Привет, народ. Сегодня такой небольшой маленький видео. Небольшое маленькое видео о том, что день не удался. Как-то планировала сегодня, так сказать, открыть канал первым видео, выложить его замечательно. Но сейчас не знаю вообще, как-то паршивый день. Так что вот такое небольшое маленькое видео, просто мысли о том, о сём. Значит, ну в чем проблема, хотела просто поделиться. То есть я планировала уже выкладывать и влоги, и с поездками, и выездные влоги куда-то на природу, на какие-то выставки, в какие-то парки. Также некоторые дачные влоги, то есть у меня уже видео подготовлено, я его уже отредактировала, скажем так, но выложить не могу, поскольку мой компьютер, который уже очень старенький, ну, ему больше 10 лет, но я его очень люблю. Он, скажем так, не тянет. Вот, то есть отредактировать видео я могу, а отрендерить его не могу. Просто вырубается система. И это очень печалька, потому что я даже не знаю, что делать. Вот, пыталась, у мамы тоже есть компьютер, пыталась на ее компьютер поставить программу, в которой я работаю, но у нее 32-битная система, и на него не ставится эта программа. Программа, если кому интересно, я работаю в Adobe Premiere Pro. Вот, и я как-то к нему уже привыкла. Я пробовала и в Pinnacle работать, и в Vegas Pro, и какие-то еще там есть много разных видеоредакторов, но мне как-то вот этот больше всего понравился, Adobe Premiere Pro, и я в нем работала и раньше, то есть когда работала в портретной студии, я там делала ролики небольшие. Вот. И как-то я уже привыкла к этой программе. Вот, и у меня есть установочный диск. То есть как-то, ну, полюбилась мне эта программа. Вот. И то есть видео достаточно уже много. То есть я думала, как сегодня выложу первое видео, и будет круто, откроется канал, и каждую неделю я буду добавлять уже готовые отредактированные видео. Но, как говорится, морковка там плавала. Даже не знаю, короче, когда это все будет открываться. И данное видео, оно просто такое, как бы, просто мысли, записанные вот сию минуту. Естественно, я это видео редактировать не буду, потому что оно просто не отрендерится. Вот, и, соответственно, оно будет без заставки, без концовки, просто вот я пришла, включила камеру, начала с вами говорить. И звук, соответственно, может быть не самый лучший, и там тряска, и помехи, потому что тут кошка бегает и трясет стол. В общем, это такая просто, как сказать, такой крик души, и даже не крик души, а просто вот мое выражение мыслей по поводу того, что то, что я планировала, оно не складывается так, как я планировала, а складывается вообще никак не складывается. Хреново складывается, скажем так. Вот. С компьютером я не знаю, что надо, может быть, поменять термопасту, почистить его, то есть какие-то там части от пыли, от каких-то загрязнений, привести его в божеский вид. Но когда, собственно, это все случится, то есть это затягивается. Я думаю, что где-то недели две еще будет тянуться. Вот, то есть я как планировала где-то
в июле, да, то есть открыть канал и уже полноценно выкладывать видео. Походу это будет тянуться до августа. Боюсь, что даже до моего дня рождения. Но я надеюсь, что пораньше получится, если я куплю термопасту и все сложится нормально. Вот. Тут просто лист ползет аккуратненько. А? Хвостик. Ну вот, в общем, такие какие-то мыслишки, то есть дело обстоит вот так, что видео я выкладывать пока не могу, как бы мне этого не хотелось, но вот так вот печально все обстоит, потому что пока так, Алиса, хватит цветы грызть. Вот так, в общем, вот так вот. Так что не всегда то, что мы планируем, происходит именно так, как оно должно произойти. Вот, это, к слову, о болталках, о всяких, на тему болтовня о том, о сём. В общем, вот такая прелесть. Я даже в это видео, не то, что ничего не могу вставить, то есть я не могу его отредактировать. Я бы хотела вставить сюда то видео, которое снимала для вас, где цветут наши глоксинии, как Алиска дурачится. Ну, то есть, можно было бы все это очень красиво подать, но, опять же, я не могу это сделать, потому что мой компьютер не тянет рендеринг видео. Теоретически, можно попробовать поставить разрешение поменьше и, там, ну, частоту кадра и как же это называется? Забыла. Частоту кадра поменьше, в общем. Ну, разрешение видео поменьше. Ну, не знаю, как бы. Можно попробовать, но я уверена, что он будет отрубаться. Вот, так что вот так вот. Алиска. Сосиска. В общем, такая вот маленькая грустная ни о чемное видео. Не знаю, если вам не интересно или интересно посочувствовать. В общем, такое вот поплакалась. Вообще сегодня день какой-то, знаете, приехала я из гостей, ездила вот молодому человеку на день рождения на 3 дня. Не люблю я ездить в гости с ночевкой. Это такое извращение. Потому что потом приезжаешь и надо адаптироваться к распорядку дня, все заново надо делать. Ну, как бы не делать, а надо приспосабливать свой организм заново. То есть вставать в 8, там, ложиться в час. И как бы ты, приезжая в чужую квартиру, ты спишь на чужой кровати, которая не такая, как у тебя дома. Тебе надо приспособиться, надо на этой кровати заснуть. Это как бы первостепенно. Вот. Потом какие-то дни рождения, отмечания, это все затягивается до ночи, и ты ложишься, естественно, не в час, как привык, а позже гораздо, то есть уже там под утро. Вот, естественно, ты с утра не можешь встать, потому что хочется спать, потому что поздно лег. Вот, и все это очень муторно и неприятно. Я не люблю ночевки. И я, например, у меня та же проблема, когда мы ездим на дачу. То есть там, да, моя кровать, но она не такая, как здесь, в Москве. И я очень плохо сплю. То есть я практически не высыпаюсь вообще. В общем, не люблю я эти выезды с ночевками. Как бы там ни было. Вот так вот. И настроение сегодня какое-то такое поганенькое, еще погода нелетная, вон какие-то серые тучи жуткие, отвратительные.
Вот, что-то вообще ничего не хочется. Даже не знаю. И на даче завтра не хочется, хотя погода вроде налаживается. Ну, обещают 28. Вот, ну не знаю, как-то. Я думаю, что по моему лицу понятно, что день сегодня не очень перспективный. Вот, и в общем, вот так вот. Ну и не знаю, что еще сказать. Такое видео ознакомительно болтательное. И вообще я не хотела его добавлять изначально, то есть я думала, я сейчас сниму маленькое видео, просто скажу людям, которые меня знают, с которыми общаюсь, которые знают, что я открываю свой канал, которые ждут первых видео, и такое маленькое видео сниму ознакомительное, чтобы объяснить им, почему канал до сих пор не открыт и видео не добавляются. Но и я, собственно, когда это видео задумала, я думала, не буду я его добавлять. Ну, как бы сниму, просто вот поболтаю с камерой и все. А потом отредактирую и уже добавлю первым делом, а потом уже все остальное. Но сейчас думаю, что ну его нафиг. Пусть будет первое видео такое вводное, чтобы вы знали, и те, кто меня знает, и те, кто приходит ко мне на канал впервые, и там и ему интересно какое-то описание мое, интересно то, что мне интересно, может быть, какие-то мои видео, которые мне понравились у меня в закладках, да, на канале. То есть ему интересно то же самое, и ему кажется, что вам, человеку, пришедшему новому на канал, вам кажется, что я интересный человек, и вы бы хотели на меня подписаться, подписывайтесь. Но видео пока не будет. То есть это единственное видео на ближайший месяц, скорее всего, и я не буду его редактировать, оно будет таким, какое оно есть сейчас. Без заставки, без концовки, без каких-то ссылок, обещаний, лайков и прочего. И без лайков, ну не знаю, может и будут. Вот, так что вот так вот. Вся проблема в моем компьютере. И что с этим делать, я пока не знаю. Буду менять термопасту, ну, чистить его, а потом смотреть. Если это исправит ситуацию, значит, будем работать и будет супер. Откроется канал, появится видео. Если нет, значит, кирдык-мердык, и придется покупать новый комп. Что, собственно, сейчас не очень актуально, потому что много каких-то проблем в жизни материальных, материального плана, и бывшим работодателем проблемы, ну вот кто меня знает, тот знает, о чем я. И новую работу как-то не очень получается найти. Вот, и там другие проблемы есть. Вот, так что вот так вот. Такое грустное, непонятное видео с не очень хорошим настроением. Ну, в общем, вот так вот. Так что я думаю, что это пока первое видео на ближайший месяц. И думаю, что потом я его просто удалю, потому что. Просто это мысли какие-то, которые я сейчас вам рассказала, поделилась, потому что меня это не накипело. Я в последнее время, где-то последние недели две, я работала над своей заставкой для канала. Ну, соответственно, сейчас немножко приостановилась это все, потому что я думала, что уже как бы первое видео я добавлю, но вот так складывается. То есть заставки тоже нету. Ну, даже если я сделаю заставку, видео все равно не могу выложить. С заставкой или без заставки, ну, в смысле, со статичной заставкой или с анимированной заставкой, без всякой разницы. Я и такое видео с заставкой не могу выложить, только без заставки, вот такое, как сейчас. Поэтому, вот, в общем, как-то вот так вот.
грустно и многообещающе, надеюсь. Вот. Ну, в курсе вас держать мне как бы нет смысла, наверное, снимать какие-то промежуточные видео по поводу того, чинится мой компьютер или нет. Это не нужно. Походу сейчас дождь пойдет. Стало вообще все серое, и боюсь, что меня не видно. Ну да, не знаю, что еще сказать. Так вот, вот такое видео получилось, просто мысли какие-то. Ну, как я вот в некоторых влогах говорила, которые пока еще не готовы и не готовы быть выложенными, я не люблю как бы чужие мастер-классы, и я могу посмотреть мастер-класс, но сделать по-своему, то есть принять к сведению, но сделать по-своему. И многие вещи, в том числе какие-то по видеорендерингу и по обработке видео, и также по каким-то вот компьютерным делам, и также и в рукоделии, я как бы стараюсь сама до этого дойти. То есть сделать что-то, сделать как-то, но так, как я это вижу, а не так, как видит другой человек. Чувствую, темнеет. Это огромная туча наплывает. Сейчас покажу. Ну, видите, там вдалеке, ну, такое более-менее светлое небо, это то, что только что было минут 10 назад. И вот то, что сейчас. Над нами нависла синяя туча. Вот она реально такого же цвета, как на видео. Такая синяя. И она, как бы, она наплывает по ходу с востока. Сзади. Вот. В общем, вот такого плана погода. Поэтому, как бы, что говорить о том, что у меня настроение упадническое, потому что я не могу открыть свой видеоканал, видеоблога, да, что говорить об этом, когда погода такая. Вот так что теперь я сижу в полумраке. И, в общем, вот так вот. Печальное видео такое вот. Ну, я даже не знаю, что еще вам сказать. Ну, не получается пока. Вот. Я прям переживаю очень из-за этого. И заставка не складывается. Хотя я и уроки смотрю разные в интернете. И как-то пока не получается. Просто очень напряжно, то есть я рисовала, ну, заставку, скажем так, около 6 часов. И потом что поняла, что чтобы сделать ее анимированной, мне нужно порядка 50 стоп-кадров, ну, разных, как бы, ракурсов, разных позиций. То есть когда вы уже увидите готовую заставку, поймете, о чем речь. И, соответственно, эти 50 кадров, боже, над этим надо несколько дней работать. Иногда так лень, и как, ну вот как сегодня такой день, когда ничего не хочется делать. Какая нахрен заставка, не хочу делать ничего. Вот, и как бы вот еще эту заставку надо сделать, потом эти страницы слить воедино, в один, как бы, в одно анимированное изображение. Собственно, в какой-то программе сделать. То есть у меня есть программа, например, для GIF-изображений, но тоже как бы она подходит для этого или нет. То есть надо попробовать сначала, надо, чтобы были 50 стоп-кадров, которые я сделаю, ну, соединю в это GIF-изображение, и оно именно такое получится, как мне нужно, или нет. То есть это все надо еще пробовать. Если получится не то изображение, надо другую программу искать какую программу, на каких-то форумах, в общем, все это читать, изучать. В общем, походу, это все надолго. Либо я просто с первых видео, но, по крайней мере, до Нового года, либо
То есть до Нового года я буду использовать статичную заставку, которую сейчас сделала просто предварительно, а потом уже буду анимированную, потому что надо с чего-то начинать. Но с другой стороны, я перфекционист в работе и творчестве, и как бы мне очень не нравится, мне неудобно перед вами, перед зрителем, что я покажу вам недоделку. То есть я бы хотела показать вам анимированную заставку. Да, это просто заставка. Это такая ерунда маленькая по сравнению с видео обо мне, о моих интересах, там, о моем творчестве. Но поскольку я перфекционист в этом плане, то я как бы мне неудобно перед вами показывать вам какую-то лажу недоделанную. Вот. Ну вот так вот. Пока, наверное, вот так будет, а потом посмотрю. Может быть, буду переделывать видео с нормальной заставкой, может быть, так оставлю. Не знаю, надо с чего-то начинать. Просто смотрю на других блогеров и как-то думаю, что надо с чего-то начинать все-таки. В общем, вот такое получилось видео. Не знаю, вообще загрузится оно. Почти на 22 минуты. Такой непонятный трёп, который изливается из моего чрева. И часто, то есть по части он вообще бессвязный. То есть сначала одно, потом другое, потом третье, просто мысли, которые меня сейчас больше всего занимают. В общем, вот так вот. То есть подытожим. Планирую, значит, за месяц, ну, полтора максимум, управиться с ремонтом ноута, то есть где-то начало августа, середина августа. Ну, самый крайний срок, вот самый крайний просто планка, это 1 сентября я открываю канал, выкладываю видео. Это вот как бы, ну, прям стабильно должно быть так, потому что я уже больше не могу, я хочу. Вот. И, значит, если заставка не получится, сделать заставку вот такую, как я ее вижу, значит, пока будут видео с статичной заставкой. Вот. И я думаю, что уже с Нового года будет анимированная заставка. Ну и все прелести жизни. То есть, что к этому прилагается, там, ссылки, подписки и прочее все. И концовка, и заставка, и какие-то еще подписи. Ну, в общем, все как положено, все будет. Ну, думаю, что надо просто смириться с тем, что, ну, есть свои обстоятельства, и с этими обстоятельствами надо мириться. И поскольку даже не то, что мириться, а нужно как бы с ними ужиться. Вот, и чтобы с ними ужиться, нужно начать, наверное, с малого. И не закидывать сразу планку слишком высоко, что вот я должна быть на высоте. Я пробую. Я начинаю. И, наверное, надо начинать вот с того, что есть. Вот, в общем, получился такой мыслительный процесс, которым я с вами поделилась, пораздумывала о том, о сём, поделилась мыслями, поделилась переживаниями. Вот и надеюсь, что вам было не скучно меня слушать. Может быть, что-то вы можете мне подсказать в этом в плане каких-то моментов. Может быть, наоборот, какие-то негативные мысли, мне любые мысли ваши пригодятся. Вот, так что пишите, лайкайте, дизлайкайте, как бы дело ваше. Кто новенький, подписывайтесь, кто меня знает, буду рада, если все-таки тоже подпишитесь и какие-то комментарии. Вот на этом буду заканчивать, потому что уже немножко голос стал садиться от словоизречений. Вот, так что, наверное, все. Пока.
Подписывайтесь. Увидимся.